И всем привет, друзья! С вами снова Кот. Продолжаем проходить кампанию «Честь и доблесть» в игре «Арма 2» спустя пару часов. Ну, значит так, все это время был пробит бак, и бензин весь вытек. Вообще-то солярка. Значит, остается надежда только на то, что Наумов уже на пути к нам. КамАЗ так и так придется брать на буксир. Или толкать. Зашибись. У него кузов полный металлом и запчастями. Долго толкать придется. А если они не приедут, то... Тогда остается только вернуться обратно. А наши БМП, может, лучше их поищем? Разделимся. Семенов, пойдешь прямо по дороге и проверишь. Может, нашу колонну обнаружишь. Петров, осмотри эти леса. Далеко только не уходи. Если что, сразу сюда. Я остаюсь здесь. Жду Наумова и охраняю КамАЗ. Появилось новое задание. Выдвигаемся в ту точку. Сейчас посмотрим, что там. И вот мы почти на месте. Там кто-то есть. Подойдем поближе, чтобы все рассмотреть. Опа, черти, времени у нас мало, нужно сообщить своим. Да, это явно не наши. Возвращаемся обратно, как можно быстрее. Идти нужно аккуратно, они могут заметить, и тогда задание будет провалено. У нас гость. Духи колонну расстреляли, направляются сюда. Времени мало. С минуты на минуту они окажутся здесь. Ясно. Так, все готовимся к бою. Численность какая примерно? БТР «Урал». На борту около 20 боевиков. Так, понятно. Есть одна мысль. Семенов, возьми взрывпакет в КамАЗе и установи на дороге. Только так, чтобы КамАЗ не зацепило. Остальные уходим за мной. Семенов, как установишь, сразу к нам. БТР будет твой. Старайся не прозевать его. В КамАЗе нету никакой взрывчатки. Ее брать нужно заранее, в предыдущих миссиях, а в лагере боевиков. У меня она была. Первый, прекратить огонь. Первый, движение пятый. Жду распоряжения. Ставим ее тут. И отходим уже не к ним, а все вот сюда. Я тут нашел отличную позицию. Если идти к ним, то невозможно подорвать БТР вовремя. Они находятся в низине. Оттуда ни черта не видно. А вот здесь самое лучшее место. Проехал Урал. Сидим, ждем. Нам нужно подорвать БТР. Средняя дистанция. Впереди. Впереди. Средняя дистанция. Враждебный мужчина. Готов открыть огонь. Иди. Сидим, ждем. БТР уже рядом.
А вот и БТР. Прикрой меня. Пора. Вправо. Средняя дистанция. Ну вот как-то так. Мужчины и пулемет. Все в бой. Бегом. Все. Минус. Все. Давай, давай. Один готов. Впереди средняя дистанция. Враждебный мужчина. Первый. Стреляй, пулеметчик. Третий. Они даже не поняли, что я тут сижу. Второй. Целься в мужчина. Иду в бой. Разбежались куда-то. Ничего. Сейчас мы их снимем. Первый пошел. Второй пошел. Ищем остальных. Там никого? Нет. Минус. Стрелять в грузовик. Ну, водитель примерно вот там. Все, отлично сработали. Теперь нужно уходить отсюда. КамАЗ на буксир возьмет. Смену. И снова за руль. Садись в Урал, цепляй КамАЗ. Остальные занимаем пассажирские места. Иду! Ну а теперь уезжаем отсюда. Кстати, панель приборов Урала неплохо сделана для 2009 года. Конечно, не то, что в новой армии, но для тех лет это просто замечательно. Здесь поворачиваем налево и едем дальше. А, ну тогда ладно. Похоже, приехали. Да, миссия пройдена. Дорога была длинная, силы уже на исходе. Я думал, что это уже никогда не закончится. Кругом леса и поля. Теперь я только понимаю, что нас закинуло по лесу. В лесах полно буквы, и каждую минуту тут не меньше. Только буквы я могу делать, сколько я устал. В этот момент я не надеялся на чудо, но оно произошло. Это реально было чудо, который завершил это дом учителя. Вижу транс. Это наши бойцы. Берегись. Подберем наших ребят на борт.
Ну вот, на этой ноте я закончу свою историю. Не всем повезло в эти времена. Но у нас удача не обошла стороной. Мы сумели уцелеть в этой точке. И на этом пока что все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Кот. Поставь лайк, не забудь подписаться на канал, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока!